Підходьте до мами. Извините, у вас все это есть. Невеста, с вашим голосом казарми подъем кричать хорошо. Что будет, путь будет тяжелым. И только вдвоем по этому пути и вместе с Богом вы пронесете счастливую жизнь. Жду внучка или внучку. Благослови вас Господь, дети. Настя расстроилась, да радуйся, ну, Житонька. Аленка, не обрадуйся. Идите, дети, идите к нашей месте. Аленочка, вот это сейчас. Мама устелила дорогу так, як надо, і сладким, і золотим, і до хліба. Тільки не на дітей же, бо щас як Марина, собирают детки конфетки. Ну ладно, бабушке передай. Собирай. Аля, только не по плечу. Я подумала, что я настоящая не люблю. Да, дорогие гости, берем стаканчики, подходим до свидетеля. Не открываем шампанское, кому-то можно поить.